И еще о спорте и России. Боец смешанного стиля Джефф Монсон стал гражданином Российской Федерации. Паспорт он получил из рук губернатора Московской области Андрея Воробьева. Церемония вручения прошла в Красногорском парке «Патриот». О том, что Монсону одобрено предоставление российского гражданства, стало известно еще в декабре 2015 года. И только 29 мая указом президента Владимира Путина оно было предоставлено, а сейчас официально вручено. Также боец признался, что запустил процедуру отказа от американского гражданства. Напомним, 47-летний Монсон родился в США. За свою карьеру он провел 86 боев, в которых одержал 59 побед и потерпел 26 поражений. Еще один поединок с его участием завершился в ничью. Мария Кузьмичева, телеканал ЛРТ. Привет, я Мария Антонова, и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.